1 января 2023 года. Вот здесь вот уже елочки опять повыбрасывали. Причем это было уже, по-моему, со вчерашнего дня. Они тут уже валяются некоторые. Просто дело в том, что у немцев, у них вот это вот Рождество, они празднуют 26 января. В понедельник, по-моему. А сейчас у нас 1 января, 31 на 1, это Сильвестр называется. Он их вообще мало интересует. Ну а вот здесь вот вчера тут хорошо, конечно, тут стреляли. Все вот везде валяется этот мусор. Но вот я вам скажу, что раньше этого мусора было гораздо больше. Сейчас это практически ничто. Иногда там этого мусора валялось просто жуть. А сейчас-то тут буквально совсем немножко. Просто вся эта пиротехника стала дороже в несколько раз. Ну и, естественно, у кого-то есть желание деньги тратить, но не у всех. Я, допустим, несколько раз покупал. Ну а так сильно часто, чтобы по многу, там по 100 евро каждый раз выбрасывать на ветер, это как-то перебор. Потом, конечно, приходят дворники и это дело все подметают. Не знаю, сколько весь этот мусор пролежит. Может, ветром сдует. Может быть, подберут когда-нибудь. Но, как правило, это долго тут тоже не лежит. Да, кстати, между прочим, я сейчас посмотрел на телефон. У нас на улице плюс 14. Было здесь, конечно, уже и минус 10. Но вот сейчас плюс 14. Отопление, конечно, у меня в квартире работает. Без отопления все равно никак. Потому что дом бетонный. А вот здесь вот кошка на меня охотится. Причем кошку я вижу первый раз. И уже хочет, чтобы ее погладили. Ну да, надо, конечно, сзади об меня обтереться. А, вот вышли люди, тут уже подметают, между прочим. То там метла нужна хорошая, большая, а с маленьким веником тут ничего не подметешь. Ну, вон женщина там сейчас подметает. Я говорю, это там такая щеточка маленькая, что это просто смешно. Это нужна хорошая щетка с палкой, как швабра примерно. Тогда можно что-нибудь подмести, а так это ерунда. Сейчас я надеялся, между прочим, увидеть горы этого мусора от всяких хлопушек, но не увидел, но увидел очень мало. Такая ерунда.
солнце уже садится. Ну ладно, на этом конец.